К другим новостям. В этом году в Люберцах откроют два новых офиса МФЦ. Об этом сообщил глава в своем ежегодном отчете. По словам Владимира Ружицкого, услугами единого окна в прошлом году воспользовались 650 тысяч жителей округа. Новые офисы МФЦ появятся на северной стороне Люберец, здании торговых рядов, а также в поселке Октябрьский. В настоящее время в округе работают 62 окна приема заявителей и 3 бизнес-окна для предпринимателей. Из них в прошлом году в микрорайоне Восточный поселка Октябрьский открыли 4 удаленных рабочих места. Напомню, что многофункциональные центры работают ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Луиза Егазарян, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.